Привет, меломанам Самоделкиным. Модернизировал свой музыкальный центр. Как вы думаете, что это? Это теперь монолитный бумбокс. Можно ставить его назад, можно наперед. Ну, размер вкратце напомню. Глубина у него. Ну, сейчас, будучи на попа, высота 42. Тогда лучше не так. Вот тут скрутил все на шпильках. И сюда покажу сзади, что труба тонкостенная, 33 миллиметра, по-моему, стенка. Не нержавейка, просто хромированная от кровати, по-моему. Вот так вот сзади вот шпильки. И тут через трубу идут шпильки. И там через колонки скручено. Вот так вот сзади. Тут, кстати, остались дырдочки от проводков. Но ничего, они там закрыты войлоком. Там провел проводки. Немножко вот, как всегда, у меня фанера кусок отвалился при просверливании. Так вот все туда убрал, засунул туда блок питания. Заднюю стенку не стал делать, чтобы дабы охлаждение, потому что греется сеть штуки снизу. Просверлил вот так вот 6 отверстий на 14 кривым сверлом. Вот оттуда будет вход, сюда выход. Типа тяга должна быть. Ножки от усилителя электрон. Советские вообще классные ножки. Они там внутри с металлическими втулками. В общем-то, такой бумбокс получился. Ну, килограмм 12 в нем будет. Теперь ведуха спереди. Вообще так, мне нравится, я не знаю. Не знаю, что получилось, но мне нравится. Вот такая ведуха, это типа ручки. Взял и понес, и в то же время они и стяжки. Вот, сейчас у нас там диск крутится, вертится. Включать звук не буду. Ну, напомню, что 6-дюймовые трехполосные проводы тут стоят. Ну и вот, в общем-то, размеры. Ширина общая 64, глубина 42, высота 22 на ножках. Вот так у меня получилось. Ну, просто думал, выставил на продажу, никто не берет. Ну, думаю, дай-ка я что-нибудь оригинальное придумаю. Вот такой бумбокс. Ну, по-моему, оригинальный. Если ставить на попа, еще ножки нужны, конечно, на задницу, так сказать, чтобы вот эти на шнур попало. Ножки вообще классные, резиновые. Очень так устойчивые. Ну, так смотрится снизу. Ну, в общем-то, взял за ручку и пошел по улице. Сейчас еще проектирую тележку для 75-го аккумулятора. 60-й будет слабоват, 75-й самый раз. И вот буду ходить по улице, сзади тащить тележку и нести этот бумбокс, и пусть все слушают. Ну, по-моему, оригинально. Ну, все, не буду больше утомлять вас. В общем, такой вот вариант получился. Все, всем удачи, всем пока. Как что придумаю, покажу.